Владимира Сидорова я знаю с юности. Вот у этого пианино мы у него дома беседовали, слушали, играли всевозможную музыку. Уже в годы учебы его отличала творческая и личностная зрелость, которая вызывала уважение и снискала ему авторитет и кличку «Гегемон» в студенческих кругах. В консерваторские годы мы в составе небольшой группы студентов как-то записали целый радиоспектакль под драматической пьесе Владимира Сидорова «Игры сумасшедших». Возможно, это было одно из первых произведений в советской литературе второй половины 20 века, если не самое первое, в жанре антиутопия. У меня хранится библиографическая редкость. Экземпляр первого издания этой книжки, тепло подписанный автором, а на обложке давний дружеский шарж моей работы. А вот уникальный и очень драматичный пример того, как национальное и интернациональное в творчестве Владимира Александровича Сидорова невероятным символичным образом сошлось в одной геополитической точке планеты. В 1999 году, во время бомбардировки Белграда, в одной из церквей города сербский хор пел сочинение магнитогорского композитора, торжественную песнь «Слався в веках России».